Приветствую вас, друзья мои! Сегодня я начинаю свое видео с международного аэропорта Рима Фьюмичино, который находится в 30 километрах от Рима. Аэропорт Фьюмичино имеет полное название – Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи. В этом аэропорту есть 5 пропускных терминалов. Я нахожусь в 3-м терминале. Сегодня я встречаю гостей и пока жду, когда приземлится самолет, решила немного прогуляться по аэропорту. Многим из вас, кто бывал в Риме, конечно же, знакомо это место. В центре одного из залов аэропорта стоит композиция, напоминающая нам о Леонардо да Винчи, чье имя носит этот аэропорт. Аэропорт Фьюмичино очень большой, просторный, светлый и чистый. Здесь есть банки, обменники, банкоматы, новенькие чистые и модернизированные туалеты, бюджетные кафешки. Одним словом, есть все, что необходимо для любителей путешествовать. С Фьюмичино в Рим можно добраться на скоростном поезде, время в пути около 30 минут, или на автобусе, время в пути около часа. Поезд и автобус прибывают на вокзал Термини. «21 апреля Рим отмечает день рождения города. В этом году Пасха совпала с Днем города, и городской праздник был под угрозой срыва. Но все равно и в этом году Рим отметил свое день рождения. Ему исполнилось 2772 года. По легенде, Рим был основан Ромулом 21 апреля 753 года до нашей эры. Свой день рождения город всегда празднует несколько дней. В эти дни на улицах Рима можно встретить костюмированные шествия, театрализованные представления с участием гладиаторов и легионеров. А в понедельник, 22 апреля, праздник закрывал исторический парад. Он начинался на Большом цирке и проходил вдоль императорских форумов. Но, к сожалению, не везде я успела побывать. Я была на Чирко Массимо 21 апреля. Думаю, не только нам понравилось переодеваться и фотографироваться в костюмах. Приглашаю и вас, дорогие мои зрители, побывать на этом празднике. Complicado.
che assomiglia. Adesso hai il elmo Montefortino. Esattamente fatto come da ritrovamento. Quindi quando io dico questo è un elmo Montefortino repubblicano, e ha fatto così. Cioè se tu vai al museo lo trovi così, con queste paragnatiche, esattamente così. Questo dal, sì, dal secondo fino a primo, esatto. А детям особенно нравятся такие праздники. Они участвовали во всех мероприятиях и даже переодевались в костюмы древних римлян. La spada, dai la spada. Ma ti faccio una faccia con Anna? Ora? Vasca! Я выдержу. Зацепи ей эти. Коля, ven aquí. А здесь деткам показывали, как проходят археологические раскопки.
proprio che i profumi. E alla fine c'è una signora che li compra, una mattina. Нас посвящали в тайны, как и из чего в Древнем Риме готовили духи. А также рассказывали, как использовали специи в кухне Древнего Рима. Come le castagne, il mallo della noce, non buttavano niente, con le bucce esterne. А запах здесь стоял настоящих роз. Dove lo avete reperito questo Equitectum operculares? Mamma mia, in erboristeria. В день рождения города в Риме открывается городской розарий. В эти весенние дни у жителей Рима и туристов опять есть возможность полюбоваться удивительными розами, которые растут на Авентийском холме. А ведь раньше это было еврейское кладбище. И только в 1938 году, когда Муссолини решил сделать здесь широкую улицу, захоронения перенесли в Верано. Потом 12 лет земля пустовала, и в 1950 году здесь появился розарий. Все кусты роз подписаны. Я думаю, вернусь сюда недели через две, чтобы показать вам всю красоту этого места. И если мы находимся на Авентинском холме, можно зайти в апельсиновый сад и даже дойти до загадочной замочной скважины.
foscolo d'argento pieni. Bevo razza, razza, vieni a consolarmi dalla pena e dal dolore. Prendo rotto, pasticce e sale, senza più fermarmi ancora dietro te. Se consumato come c'era, ora la braccia ti consuma anche per me. У загадочной замочной скважины сегодня огромная очередь. Мы решили не стоять и пошли гулять дальше. Каждый год я жду 21 апреля. И в этот день хочется побывать не только на празднике, но и зайти в пантеон. Сегодня я была в пантеоне, но, к сожалению, не повезло с погодой. Сейчас объясню почему. Пантеон, он же храм всех богов, наделен очень интересной особенностью. Мы заходим 21 апреля, ровно в полдень, луч света проходит через отверстие купола и попадает прямо на вход пантеона. Римляне считали, что таким образом боги приглашали императоров войти в храм. В солнечную погоду это просто потрясающее зрелище. Теперь буду ждать следующее, 21 апреля. Потихоньку мы дошли к испанской лестнице. Каждый год к 21 апреля лестницу украшают цветущими азалиями. Если вы хотите сфотографироваться без толпы туристов, то приходите к 8 утра. Здесь будет тишина и покой. Дорогие друзья, а на этом я буду прощаться с вами. Надеюсь, это небольшое видео вам понравилось, и вы окунулись в атмосферу вечного города. И как всегда, спасибо вам за просмотр. До новых видео, друзья!